Хабаровске прошло выездное совещание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации и Федерального собрания России. Участники обсудили вопросы реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Говорили и о создании специальных подпрограмм по завершению строительства ранее начатых объектов инфраструктуры, а также непосредственном участии субъектов, расположенных на Дальнем Востоке, в их реализации. Слушайте, у нас задача, которая здесь стоит по Дальнему Востоку, она не вписывается в общие подходы. У нас само существование министерства не вписывается в общие подходы. Оно для этого и создано, потому что это приоритетная задача. Поэтому мы будем настаивать и при рассмотрении бюджета, я вам совершенно ответственно это говорю, чтобы общие подходы в отношении развития Дальнего Востока были скорректированы в соответствии с приоритетами, которые ставит президент. Мы понимаем прекрасно, да, что есть общие правила, но еще раз подчеркну, задача выходит за общие подходы здесь.